На торжественном мероприятии присутствовали около 200 ветеранов Великой Отечественной войны и тыла. Пенсионеров-орденосцев организаторы порадовали не только банкетным столом, но и концертной программой. В свою очередь фронтовики делились присутствующими воспоминаниями о годах войны. В 1942 году уже бросили школу. Надо было работать на карточке, хлебные карточки. После 1942 декабря месяца призывали меня в Советскую армию. Со слов специалистов, ветераны Великой Отечественной войны, которых осталось не так много, находятся на попечении предпринимателей и народных избранников. Заботится о ветеранах и депутат областного маслихата Бахарам Абдукаримов, дедушка которого также участвовал в войне и погиб на фронте в 1943 году. Казахстан в годы войны очень много сделал. Даже вспомнить наших ветеранов, наших дедов, панфиловцев, которые остановили врага прямо под Москвой. О их подвигах до сих пор ходят легенды. От всей души поздравляю вас. Днем Победы! Сотрудники Енбекшинского районного акимата говорят, что не ограничатся данным концертом. Череда мероприятий в честь Дня Победы продлится вплоть до 9 мая.